Уникальный случай. Сегодня мы, я вам говорил, должны начать учить испанскую песню в автобусе для рубрики «Как песня родилась». И представьте себе, что нас сейчас везет или не везет, это зависит от руководства, гражданин Испании. Вот, поэтому мы вот так нам сейчас расскажут слова, и мы начнем, ну и рожа у вас, и мы начнем потихонечку учить. Ты рад, Захарий? Да. Ты рад? Очень. Что-то не очень. Си-си-си-си-си-ля, си-си-си-си-си-соль. Поехали! Си-си-си-си-си-ля, си-си-си-си-си-соль. Сами! Раз, два, Си-си-си-си-ля, си-си-си-си-соль. Альты! У вас немножко по-другому, но у вас будет так. Слушаем. Альты, средних нет. Ми, фа, соль, ми, ре, фа. Запомнили? Да. Ми, ре, ми, фа, фа, соль, ми. Си, фа, соль, ми, ре, фа. Ре, си, соль, ми, соль, фа, соль. Ну по руке, чё вы поёте? Ми, фа, соль, ми, ре, фа. Ре, ми, фа, фа, соль, ми. Yeah, what can you do?